Четверной сальто Андрей Анисимов. Оценка за элемент 11,32 балла. Григорий Федоров, первый прыжок. Четверной луч, Григорий Федоров. Оценка за элемент 12,65 балла. Григорий Федоров, второй прыжок. Ты вновь успешный. Какие эмоции мы видим у Гриши? Это искренние эмоции настоящего спортсмена, когда у него все получается. Оценка за элемент 14,18 балла. Андрей Анисимов, второй прыжок. Бабан пошел Андрей Анисимов, решил рискнуть и прыгнуть. Четверной флип. Но, к сожалению, не все получилось. Тяжело. Оценка за элемент 2,65 балла. В следующий раунд выходит Григорий Федоров.
Встречаем следующую пару. Петр Губенник и Макар Игнатов. Петр Губенник, первый прыжок. Оценка за сальто в 4 оборота 13,58 балла. Макар Игнатов, первый прыжок. Четверной Фридбергер. Коронный прыжок Макара Игнатова, но, к сожалению, с небольшой помаркой на выезде. Оценка за элемент 10,50 балла. Оценка за Рейнбергера в 4 оборота 14,7 балла. Петр Губенник, второй прыжок. Он же с собой, что ли? Он же с собой идет? Угу. Макаром. Недавно ребята в одной команде добывали золото, а теперь здесь друг против друга бьются за выход в следующий раунд. Оценка за элемент 14,20. Следующий раунд выходит Петр Губенник. Встречаем следующую пару. Дмитрий Алиев и Никита Сарновский. Дмитрий Алиев, первый прыжок. Четверной
Крылов Дмитрий Алиев. Оценка за элемент 13,62 балла. Никита Сарновский, первый прыжок. Оценка за элемент 4,85. Оценка за санков 4 оборота 12,29. Дмитрий Алиев, второй прыжок. Оценка за элемент 13,30 балла.